Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Меня сегодня попросили прокомментировать одну тему. Метеорит в Челябинске. Что это такое заявление? И что оно означает? И на что-то намекает ли нам? Я даю комментарии. Комментарии даю, у меня как цикл пошел бесед. Я думаю, их немного будет. Это у меня 19-я беседа. Во свете Библии открытым оком. Игнатий Лапкин. Я посмотрел, когда это произошло. Я откровений не имею, просто рассуждаю во свете Библии. 15 февраля. 15 февраля у нас Сретенье. Господа нашего Иисуса Христа, Симеон Богоприимец, взял Христа на руки во храме. Это 12-й праздник. Хорошо, в Сретенье. А метеорит встретился с землей. Или это не метеорит? Какой-то, может быть, корабль внеземной цивилизации, как говорят. Я в это не верю, конечно, это огонь Божий с неба сошел на нас. Камень пал. И он горел, его сфотографировали, и след какой остался. Вот. Сретение, это встреча. И в этот же день вот такая встреча была. Астероид какой-то, или осколок от большого астероида, или от кометы блуждающей, не знаем. Но я нашел такое место в Святой Библии, книга пророка Амоса, 4 глава, 12 стих. «Посему так поступлю я с тобой, Израиль, и как я так поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль». Вот оно сретение какое. Сретение с Богом. Это напоминание, что гнев Божий будет страшен, когда Он придет, и мертвые воскреснут из гробов. Все будет разрушено прежнее. Земля и небо сгорят. Вот это как бы намек небольшой уже к нам приходит. Вот я нашел это еще. Что такое с неба? А бывает ли с неба камни? А бывает ли огонь? Меня интересует не домысл, а конкретная истина из Библии. Книга Иисуса Навина 10.11. Когда же они бежали, то есть враги после битвы, от израильтян по скату горы Вифаронской, Господь бросал на них с неба большие камни до самого Эзека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Значит, камни с неба. Откуда эти камни падали? Написано «с неба». А неверующие в это не поверят. Ну, пусть они не верят, но мы верующие. Мы. Вот разница нет. Верующий я верю, он неверующий не верит. Это его путь. Он поверит, когда камень ему тоже ударит. Но ведь этот камень-то мог упасть по центру Челябинска. Какие были бы жертвы от такого кратера? Это не стекла вылетели бы. Там показывают, как все дымится, и какой его диаметр. Ведь речь идет не о 2-3 метрах. Это не машина или просто так упала. Это не какая-то отработанная часть ракеты упала там и все лежит в лесу. Тут вообще ничего не найдут. Книга Исход 9:22-26. «И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской. И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром, и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на землю египетскую, и был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было по всей земле египетской со времени заселения, населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града». Вот еще показывает и богоизбранность народа. Бог щадит свой народ. А он хуже всех ведет себя. Да так. Погибшему дому Израилеву, но у него особая своя роль. Своя. Они, израильтяне, дойдут до самой черты грехопадения, воцарят Антихриста. Но в конце они обратятся к Богу, остаток Израиля спасется. Это Божий план, и с ним надо согласиться. Они вот то другое повторяют то, что я уже не раз говорил. Против евреев ни одного слова не говорите, а только благословляйте их. И не проклинайте, иначе вы будете прокляты и погибнете. Иезекииль 13:11. «Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете. И бурный ветер разорвет ее». Значит, падают градины.
Бытие 19:24. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серую огонь от Господа с неба. Вот эти содомиты, гей-парады, эти могут и закончиться. Откуда эти люди пришли такие, которые вот это беззаконие, мужчина на мужчинах, делая срам, и получает возмездие в своем беззаконии, изменив человеческую природу, оставив естественное употребление женского пола. Они достойны только огня. И кто ходит к ним в гости, кто дружбу с ними ведет, все будете погублены. Надо выйти от них, оставить их одних. Выйдите. Исаия 28:2. Вот крепкие и сильные у Господа, как ливень с градом, и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, силою повергнут его на землю, повергает. То есть у Бога все, и огонь, и камни, и дождь. Исаия 30:30. И возгремит Господь величественным гласом своим, и явит тяготеющие мышцу свою в сильном гневе, и в пламени поедающего огня, в буре, и в наводнении, и в каменном граде. Мы же не знаем, кто там был на том месте, в центре этого падения. Вот этом метеорите, или как его называют, по Челябинскому-то. В кого он ударил, Господь? Но это грозное предупреждение. Падение камней всегда означает гнев Божий на кого-то. И говорить, что вот это Бог делает на кого-то, а не на нас, это неправильный вывод. Это на нас. Это нас он попужал. Надо понимать так. Потому что если ударит легонько, даже старухи понимают. Тут старообрядцев дом есть такой, но у них молятся, но не все домой уходят в субботу, а остаются ночевать. И куда кланяться, называются подружники. Они их подружники постелили, бабки-то и лежат, ну и разговаривают. А что разговаривают-то? Сноха плохая. Вот, к чем болею я, какая пенсия, больше ничего нету. И в храме разговаривают, это они мне рассказывают-то. А над ними висит большая икона дубовая, пророка Илии. И там гвоздь или что отломился, и это она упала. Если бы она упала на голову, она бы голову разломила. Но он упал на пол, на другой угол, а потом спокойно накрыл бабок. Икона-то большая. Бабки вылезли из-под иконы, шишки потирают. О, Господи, да какой же пророк Илья-то милостивый. Попужал, а не убил. Так вот здесь, по Челябинскому, Бог попужал нас, но не убил. Псалом 10:6. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер их доля из чаши. Псалом 76:18. Облака изливали воды, тучи издавали громы, стрелы твои летали. Это стрелы Божьи. Откровение 16:21. И град величиной в талант пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Ну, талант непонятно, это 26,6 или 44 килограмма. Бытие 19:24. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серую огонь от Господа с неба. 4 Царств 1:12. И отвечал Илия и сказал ему: если я человек Божий, то пусть сойдет с неба огонь и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь Божий с неба, и попалил его и пятидесяток его. Книга Иова 1:16. Огонь Божий упал с неба и опалил. Это говорит не кто-то, а слуга, который прибежал оттуда. А Иоанн Златоуст говорит, это сатана прибежал. Он же испалил. То есть с неба дьявол будет сводить огонь. И мы еще не знаем, от Бога этот метеорит или от дьявола. Потому что Библия указывает то и другое. И выносить какие-то суждения не надо. Но вывод сделать можем самый правильный. Бог нас предупреждает, пока ударил по окраине, где не густо населенная. Может, кто-то там и погиб. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.